Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед вами монета 3 рубля 2018 года. Георгий Победоносец. Это российская инвестиционная монетка. На монете изображен Георгий. Здесь он копьем побеждает дракона. С обратной стороны изображен герб Российской Федерации. Серебро 999 пробы, вес 31,1 грамма, 1 унция. Здесь монетный двор СПМД, также монета выпускалась на Московском монетном дворе. Год выпуска 2018, Банк России, 3 рубля. Такая вот интересная монетка. Гурт монеты 300 рифлений. Общий тираж составляет 300 тысяч штук. Это на Московском и на Санкт-Петербургском монетном дворе. Я приобрел данную монету за 1550 рублей. Так, теперь у меня есть в коллекции наша инвестиционная монетка. Спасибо, друзья, за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Оцените ролик лайком или дизлайком, кому как понравилось. Всем пока!